Всем привет, с вами Павел, и мы продолжаем проходить игру Unravel. У нас впереди следующий этап, Winter Sun, зимнее солнце. Давайте пойдем посмотрим, что там нам предложат. Лето прошло, прошла и осень, и наступила зима. Воу! Хорош. Нас засыпало. Так, слева что-нибудь есть? О! Эй! А что это такое? Уии! Дайте снежки лепить! О, как мы удачно. Так. Отлично. И первое воспоминание. На лыжах ходили. Вот это я не пойму, это брат с сестрой или жена с мужем. Кто это вообще? Воу! Ой, олень. Так, шишка. А как до нее добраться? Нельзя залезть. Так, ну ее надо скинуть как-то, я так понимаю. Ага. Отлично, давайте шишечку прикатим куда-нибудь. Да ладно, серьезно что ли? Рано я, значит, зацепился там. Ладно, давайте там дойдем. Так. Отлично. Все выше и выше и выше. Так, дайте угадаю, здесь надо еще будет сделать один трамплин. Так, наверное, как-то так. И туда, скорее всего, шишку нужно прикатить. Так, ну и здесь, наверное, еще один моток ниток должен быть. Да. Ага, там есть что? Походу нет. Ну ладно.
Хотя, может, какой-то секретик там, может быть, перепрыгнуть куда-нибудь надо. Но что-то как-то желаний нет. Так, ну ладно. Так. Ой, саночки. Хорошо, санки это нас радует. Ага, я вас понял. Мне такое ощущение, что мы сейчас поедем на санках кататься. Сейчас вот этот ком встанет и... Да! Юху! Воу! Недолго покатались. Привяжемся. Мало ли. Так, ага. Как раз вовремя. Снежище-то навалило. Так. Оу! Понятно. Вот об этом я что-то не подумал. Отлично. Так, что-то копошится где-то. Угу. Какую-то шишку, значит, надо где-то найти. Ага, о, вижу. Ага, опять саночки. Окей. Такое-то. Ну, можно и так. Тоже было весело. Так, шишка. Так, снегоход вижу. Ага, лунку задвинуть, что ли? Нет, не хочет. Ладно. Зимняя рыбалка. А-а-а.
Кажется, я понял. Вот так вот. Давай, 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 кати. Отлично. Так, детишки какие-то уже появились. Внуки, что ли? Чайник. Ага. Так, надо что-то в чайник закинуть. А что можно закинуть в чайник? Ага. Собственно, вот что в чайничек можно закатить. Ладно, не будем мучиться. Так, по-моему, конец. Ну, я что-то уже вижу. Ну, довольно простой этап. Солнышко. Угу. Собственно, весь альбом почти уже украшен. Осталось только посередине, наверное, что-то воткнуть.
Некоторые дни приносят тепло, как бы холодно не было, как бы холодны они не были. И некоторые вещи веселят, как бы старыми они не казались. Ну понятно. Домик наш, зима наступила. Сугробы, все замело. Куда-то пошли, наверное, на горке кататься. Да, на лыжах поехали. Зимний привал, шашлычки, чаек, катание на горках, игра в снежки и прекрасный зимний лес. Хорошо. Я так понял, следующая будет весна, наверное, какая-нибудь. Так, нам в следующую комнату. Да, вот он, раз. Ну что ж, ребята, да, эту часть мы будем проходить уже в следующей серии. А на сегодня с вами прощаюсь. С вами был Павел. Всем пока. До новых встреч.